Всем привет! Вы на канале Industrial Tool. Меня зовут Андрей, и сегодня у нас на обзоре легендарный лобзик Makita 4329. В этом ролике мы разберем этот лобзик, я покажу вам, как правильно разобрать, как правильно собрать лобзик, как смазывать, из каких аксессуаров состоит, точнее, какие аксессуары имеются для данного лобзика. И, естественно, на экране вы увидите все артикулы каждой отдельной запчасти. Давайте приступим. Почему я сказал, что этот лобзик легендарный? Да потому что он есть, наверное, почти у каждого. Ну, не у каждого, но у многих. В ремонты его периодически приносят. В этом ролике я также расскажу, как продлить ему жизнь, как меньше носить в сервис, какие случаи бывают гарантийные, какие не гарантийные и так далее. Судя по документам, по самой файлу инструкции и в интернете, лобзик появился на свет где-то в 2005-2007 году. Потому что буклетики датируются 2007 годом и инструкции от PDF. А вот на Амазоне, интернет-магазине площадки Amazon, он появился, первая продажа в 2005 году, там датируется конец 2005 года. Именно от этой информации как бы я и отталкивался. Для сравнения небольшого, у меня есть лобзик DGV-182 аккумуляторный. Вот так они вдвоем выглядят. У лобзика имеется регулировка оборотов, подключение пылесоса для отвода пыли. Также есть защита вот такая. Для того, чтобы пылесос лучше работал и втягивал пыль. Защита спереди имеется. Для того, чтобы при работе туда вы пальцы не вставляли и прочее. На подошве есть отверстие для подключения, подсоединения параллельного упора. Есть режим подпила, даже целых три. В отличие от этой модели лобзика, здесь у нас пилка вставляется автоматически. Чтобы достать, нужно сделать вот так. А 4329, как была в 2005 году выпущена, никаких изменений здесь вообще, можно сказать, не вносилось. Не, были они, конечно, всякие. Я об этом тоже отдельно расскажу. Но конкретно по установке пилки система не менялась. Здесь все нужно делать вручную, то есть ключиком откручиваем шестигранный болт. Вставляем пилку до упора и затягиваем. Все, оснастка установлена, пилку, точнее шестигранник устанавливаем обратно на свое место. Можно работать. Итак, самая основная поломка, с которой приносит этот лобзик, либо просто приходит купить запчасть, это износ вот этого направляющего ролика. Видите, пилка четко по центру в него упирается. И по этому ролику пилка ходит, как по направляющей. Ролик этот изначально смазан. И я рекомендую, и также это описано в инструкции, его нужно периодически смазывать. Для того, чтобы ролик как можно меньше изнашивался, категорически запрещено применять чрезмерные усилия при пилении. То есть не нужно на лобзик давить, когда вы пилите.
вы лобзик должны лишь понемногу направлять. Ну да, небольшое усилие быть должно, но лобзик это инструмент не для быстрой резки, не для быстрого пиления. Если вы при работе чувствуете, что пил идет трудно, значит нужно убедиться, что-то не так, либо пилка у вас уже затупилась, ее необходимо заменить, либо есть еще какие-то другие проблемы. Но давить на лобзик, когда у вас не идет пил, категорически запрещено. Если вы в ремонт принесете этот лобзик с поломанным вот этим роликом, в гарантии вам будет отказано. Это все указано в инструкциях. Даже есть фотографии в определении, гарантия это или не гарантия, где указано, что в случае поломки ролика это не гарантия. Ролик просто пилкой распиливается пополам. Из дополнительных аксессуаров, которые в комплект с голым лобзиком, когда вы купите, не идут, можно отдельно докупить вот такую пластину-накладку. Это моя уже использованная. Она шла в комплекте вот с этим лобзиком. Но также она подходит и на 43-29 спокойно. По сути, здесь можно менять местами сами подошвы. Они тоже подойдут друг к другу. Единственное отличие, видите, здесь есть отверстие с двух сторон. На 43-29 отверстия нету. Это отверстие сделано для установки вот такого пылеудаления, для подключения пылесоса. На этот лобзик пылеудаление не нужно, потому что здесь уже оно встроено в лобзик. А здесь вот таким образом оно подключается и закручивается винтом. Причем устанавливать можно как с одной стороны, так и с другой. Здесь поворотный винт вот такой и два крепления. То есть на эту сторону тоже спокойно все устанавливается. Следующий аксессуар это параллельный упор. Вот с таким артикулом. Артикул видите на экране. В комплекте с упором идет вот такой шарик-ручка. Штырь вот такой центровочный. И винт для установки. То есть упор вставляется и закручивается с какой-либо стороны. Можно с двух, если найдете еще один такой же винт. Но в комплекте идет всего лишь один. Для чего нужно вот это? Для того, чтобы вырезать круглые отверстия. То есть переворачиваем параллельный упор, отмеряем, какой нужен нам диаметр отверстия. В данном случае конкретно радиус. Здесь берем вот таким образом, устанавливаем. Так как здесь штырь этот острый, в дерево втыкаем, и все, у нас получается центр. И по кругу ведем лобзик, и у нас идеальное круглое отверстие можно выпилить. Да, кстати, к этой пластине существует еще вот такая противоскольная пластина. Правда, здесь она уже у меня повреждена, но она фиксируется именно вот сюда, вот таким образом. И последний аксессуар это пластиковый кейс, в который можно уместить данный лобзик. Кейс этот небольшой, у меня этого кейса нет, поэтому вы видите только фотографию. Ссылки на все аксессуары будут в описании к ролику. Ну а теперь давайте его разберем. Для начала открутим основание. Для этого нужно снизу открутить болт 4 на 18 с шестигранной головкой.
Болт удерживает зажимную планку. Вот так выглядит болт. А вот так зажимная планка. Основание состоит из двух частей: самого основания и пластины основания. Основание закреплено на четырех винтах М4/8. В случае, когда основание у вас износится, вы можете его открутить и заменить на новое. Винты. И снимаем пластину основания. И вот так выглядит внутри само основание. Далее снимаем вот эту пылезащитную крышку. Тянем вниз до конца. И она здесь уже спокойно снимается. Теперь откручиваем корпус. Для этого нам необходимо раскрутить 10 саморезов. Вот эти. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Причем 9 из них имеют размер М4/18. И один, вот этот саморез, имеет размер М4/45. Он длиннее. И поэтому очень внимательно будьте при сборке. Не закрутите этот длинный саморез в какие-нибудь из этих отверстий. Иначе вы просто насквозь пробьете корпус. Откручиваем. Вот он, длинный винт. И 9 винтов поменьше. Открутили винты и вскрываем аккуратно корпус. Равномерно, медленно, не делая никаких резких движений. Достаем. Внутри каждой половинки корпуса есть резиновое колечко. Вот в этом месте. Оно служит как бы демпфером. Его можно извлечь. Также внутри корпуса есть два резиновых штифта. Штифты эти можно приобрести как отдельно, но если вы будете покупать именно корпус, к вам придут, во-первых, сразу две половинки корпуса, и эти штифты уже будут установлены. Но они также снимаются. И на правой стороне корпуса имеется наклейка с номером модели инструмента, с серийным номером, датой производства и буквой, в какой стране сделан лобзик. Лобзик
сделан в Китае. Тут также это указано. Идем дальше. Здесь мы видим, как аккуратно уложена вся механика, электрика. И мы спокойно можем здесь уже менять все запчасти. Ну, обычно самое простое, что все делают, это меняют вот этот ролик. Ролик меняется просто. Просто подняли его, он на штифтике. Взяли новый, установили на место. И закрыли обратно крышку. Когда будете закрывать крышку, обязательно внимательно смотрите вот на эти места. Вот на эту пластинку пластиковую. Вот на эту металлическую с поролонкой внутри. Со спонжем. Вот на эти части, чтобы они все попали в ответные части верхней крышки корпуса. Также нужно внимательно обращать внимание вот на этот пин. Вот этот штифтик, он должен лежать именно в своем месте. Если он отсутствует или его нет, будет большая проблема. Вот это груз, вот этот, он будет, как сказать, очень сильно болтаться в корпусе и разобьет вам очень много. Первым делом снимаем направляющий ролик. Ролик поставляется вот в таком виде. Штифт отсюда как бы не снимается. Ну, его можно, конечно, снять и поменять ролик, но продается он именно вот в таком сборе. Ну и видите, где находится смазка, то есть смазывать нужно точно так же. Далее снимаем штифт, на котором сидел сам ролик. Снимаем квадратную гайку. Гайка нужна для того, чтобы прикручивать основание через болт. Не забудьте, то есть когда будете разбирать, можете ее потерять или забыть вставить. Она здесь вот так просто держится. Теперь снимаем предохранительную скобу. Тоже просто снимается, установлена она вон там в своем пазике. Ну и перейдем к самой механике. Какие еще бывают проблемы у этого лобзика по причине долгого использования? Естественно, какие запчасти здесь изнашиваются? Первое, что изнашивается, это вот эта листовая пружина. Пружина нужна для того, чтобы прижимать направляющую или как или ползун. Пружина легко вытаскивается, просто потяните вверх. Так она выглядит. Тоже необходимо смазывать, потому как вот это место, вот этими местами, она как раз трется об сам ползун. Далее снимаем наш ползун. Снимается он просто. Приподнимаем вот так вверх. Все. И чуть-чуть вправо. И вот с этими запчастями мы извлекли ползун. Давайте разбираться, что это за запчасти. Часто приходят с жалобой на то, что пилку начинает уводить влево или вправо. Для того, чтобы этого не было, необходимо заменить как раз вот эти вот направляющие, по которым он ходит. Потому как вот это отверстие, оно изнашивается, стачивается, и как вот здесь, так и в нижней части, если здесь вот есть специально это направляющее ползуна отверстие для того, чтобы подпил был, именно для подпила, чтобы ползун ходил, то влево-вправо
Никакого люфта быть не должно. Если здесь есть влево-вправо люфт, либо вот здесь влево-вправо люфт, то вот эти запчасти нужно заменить. И тогда у вас пил будет ровный. Также рекомендую заменить и вот эти резиновые колечки. Второе колечко находится вот там внутри. Ну и давайте по порядку снимать. Вот так выглядит подвижная направляющая. Внутри она должна быть смазана. Так же, как и вот опора сама. А для того, чтобы снять вот эти нижние части, нам необходимо открутить зажим полотна. Вот этот, который держится на двух болтах. Поэтому для начала шестигранником, который шел в комплекте, откручиваем болт, который удерживает пилку. Ну, его можно не снимать. Зажим все равно снимется. Болт вот так выглядит. И теперь нам нужен шестигранник поменьше, которого нет в комплекте, для того, чтобы открутить вот эти два винта М3 на 10. Так выглядят болты. И вот так зажим. И вот таким образом внутри зажимается пилка. Просто прижимается болтом. Далее снимается уплотнительная пластина с полиуретановым уплотнителем. Нужен он для того, чтобы смазка, которая находится внутри лобзика, не выдавливалась наружу. Это получается такая из мягкого металла скоба. Аккуратно ее можно погнуть. А внутри вот такой уплотнитель у нее. Вот так выглядит уплотнитель и пластинка. Теперь снимаем направляющую ползуна. И вот так выглядит отдельно ползун. Теперь снимаем втулку скольжения, по которой ходит ползун, вот этим местом. Она снимается просто. И выглядит вот таким образом. Основное сняли. Теперь нам нужно извлечь вот этот ротор вместе с механикой полностью. Но перед этим необходимо освободить щетки. Берем щеткодержатели и немножко их приподнимаем. Вот так. Раз. Два. Освободили щеткодержатели. И можно теперь приподнять все это дело вместе. Вот так. Вверх. Раз.
и достать ротор из статора. Вот так. И внимательно смотрим, о чем я говорил в начале ролика. Вот здесь вот этот штифтик, его нужно не потерять. Можно извлечь. Так выглядит. Теперь нам необходимо снять вот эту шестерню. А для того, чтобы ее снять, необходимо удалить стопорное кольцо. У меня такого маленького съемничка нет, поэтому я воспользуюсь вот такой тоненькой отверточкой. Стопорное кольцо сняли. И можно спокойно извлечь шестерню. Далее снимаем балансировочную пластину. Нажимную пластину, на которую установлен пылеотражательный уловитель, для того, чтобы внутрь тоже не попадала пыль и смазка не выходила наружу. Вот так выглядит он, пластиковый. А вот эта пластина, она нужна как раз для подпила. Когда шестерня вот это вращается, здесь есть эксцентрик. Пластина ходит вверх и вниз. И эта пластина нажимает у нас как раз на наш ролик, вот на это место, вот сюда. И ролик начинает на оси своей колебаться и подвигать пилку. Со временем вот здесь изнашивается, в этом месте износ происходит внизу. То есть пластинку тоже периодически надо менять. Ну и остался у нас здесь ротор и корпус подшипника в сборе. Для того, чтобы извлечь, необходимо использовать съемник. Если нет съемника, есть более простой способ. Это взять две отвертки плоских и аккуратненько, не повредив крыльчатку, вот такими движениями можно снять корпус подшипника с ротора. Вот так он выглядит. Также происходит износ. Вот эти начинают выпадать. И направляющая, на которой шестерня установлена, тоже изнашивается. А вот через это отверстие как раз проходит длинный винт, который удерживает корпус. Ну и так выглядит ротор в сборе. Если вы будете покупать ротор, он сразу же будет уже и с подшипниками, и с крыльчаткой. Но и крыльчатку можно приобрести отдельно. И также отдельно можно приобрести 608 подшипник верхний и нижний
задний, 627. Переходим дальше. Можно сейчас снять щеткодержатели. Для того, чтобы извлечь отсюда щетки, необходимо каким-нибудь тонкой отверточкой нажать вот на эту пластинку, и тогда щетка выйдет вперед. То есть вот сюда чуть-чуть поджимаем и вытаскиваем щетку. То же самое делаем со второй. И только после того, как мы извлекли щетки, можно теперь извлечь щеткодержатели. Ну и теперь давайте отсоединим, точнее, открутим вот эти два винта. Открутили винты и снимаем зажим шнура. И теперь можно всю электрическую часть отсюда извлечь. Выключатель, статор, контроллер. Так, берем левую часть корпуса, и нам теперь необходимо извлечь вот эту рычаг для регулировки подпила. Для этого необходимо снять стопорное колечко. Вот оно, колечко извлекли, но аккуратно придерживаем рычаг, потому как здесь у нас есть шарик и пружинка. Вот так выглядит рычаг. Пружинка. Пружинка находится вот здесь в ручке. И она вот здесь придавливает шарик. И шарик вот этот как раз вместе с ручкой передвигается, и получается жестко держит рычаг. То есть вот так, таким образом он, видите, просто крутится, а с шариком он прямо жестко держится на своем месте. Ну и внутри здесь мы так же, как и на другой половине корпуса, имеем резиновое кольцо. Вот оно. Вот таким образом выглядит левая часть корпуса. На ней нет никаких ни наклеек, ни штифтов, ничего. При покупке к вам придет вот такой комплект с двумя резиновыми штифтами внутри, на правой части, но без наклейки. Далее откручиваем кабель питания. От выключателя. Открутили и снимаем с кабеля питания защиту шнура. Вот так выглядит защита шнура. Вот так выглядит кабель. Но новый кабель у вас будет
без вот этих вот штучек. Длина кабеля 2 метра. Наконечники опрессовывать придется самостоятельно. Но их тоже можно приобрести у Макиты. И также на них есть артикул. Далее откручиваем все остальное от выключателя. И у нас получается вот такой выключатель. Компания Fujisoku. Японский выключатель. Кстати, новый выключатель будет уже без вот этих винтов. Винты можно приобрести отдельно, но это нужно искать, подбирать артикул. Точный артикул я сейчас дать не могу. Но он существует и у Makita есть. Кто знает, напишите в комментариях. Ну и здесь у нас, получается, остался контроллер. Регулировка оборотов. Подключен он вот здесь на два провода. То есть, если мы будем менять либо статор, либо контроллер, нам необходимо будет два наконечника. Вот такого рода и вот такой. И статор. На статоре имеется вот такой конденсатор. Конденсатор тоже можно приобрести отдельно. Ну вот, в принципе, и все. Так выглядит статор. С лобзиком разобрались. Собираем обратно. Берем корпус. Вставляем сюда резиновое кольцо. Берем статор, вставляем, устанавливаем регулировку оборотов, заводим провода на свои места. По порядочку. Берем выключатель и все это дело к нему закручиваем. Я покажу вам схему. Видите на экране, провода от статора идут на контакты 1 и 3, а питание это контакты 2 и 4. Показываю наглядно. Контакты 1 и 3 сюда подключаем. Вот эти провода от статора, которые идут. А контакты 2 и 4 это питание. Ну и закручиваем. Закрутили. Теперь берем кабель питания и продеваем ее в защиту кабеля питания. Естественно, у вас наконечников не будет, поэтому вам сюда будет проще затянуть. Продели. Теперь прикручиваем кабель к выключателю. Конечно, теперь уже не важно по цветам, там синий или коричневый, какой стороной, каким контактом подключать, просто к оставшимся. Но если следовать схеме, то коричневый идет на двойку контакт, а синий на четверку. Ну, сделаем как по схеме.
Я, кстати, не запоминал, как оно там было, когда разбирал. Закрутили. Укладываем выключатель на место. Укладываем сюда кабеля. Вот таким образом. И фиксируем кабель. Здесь у нас вот остались следы. Мы по этим же следам и прикрутим. Ну, новый кабель примерно расстояние отмеряем такое, чтобы лишних проводов здесь не было. И было нормально все уложено. Винты эти закручиваем до упора. Многие боятся, думают, что кабель пережмется. Все такое. Все здесь рассчитано. Поэтому бояться не надо. Кабелю ничего не будет. Просто затягиваем до упора. И смотрим. Видите, у нас немного неровно. Укладываем оставшиеся провода так, чтобы нигде ничего не натирало, не мешалось, крышкой не пережалось. Уложили. Ну и теперь давайте собирать механическую часть. Да, забыл. Давайте, наверное, не механическую, а соберем. Это надо было сделать, кстати, в первую очередь. Вот этот рычаг для регулировки подпила. Берем пружинку. Берем шарик. И аккуратно вставляем. Попали шариком в какое-нибудь отверстие, прижали и фиксируем стопорным кольцом. Здесь нам не помешает пинцетик. Места очень мало, неудобно. Ну, обычно эту штуку вообще никто не разбирает. Она особо и не нужна. Ничем-нибудь, не знаю, типа съемником сейчас попробую поджать. О, получилось. Зафиксировали, проверили, все работает. Собираем дальше. Берем ротор и одеваем корпус подшипника. Это нужно сделать четко и ровно.
Вот так. До упора. Смазываем вот эти места, примерно как здесь. Я опять же сейчас ничего смазывать не буду, так как все запчасти и так в смазке. Берем нажимную пластину, неважно какой стороной, и устанавливаем вот сюда. Она должна вот таким образом здесь ходить. На нажимную пластину устанавливаем пылеотражающий уловитель. Тоже неважно какой стороной. Просто вот сюда одеваем. Вот так. Далее сверху устанавливаем балансировочную пластину. Это вот эту тяжелую большую железку. Ее тоже необходимо с двух сторон смазать, и особенно вот здесь внутри. Также вот здесь везде внутри. И устанавливаем ее вот сюда. Она имеет вот с этой стороны такие скругления, а с этой острая. Не знаю, важно это не важно, но во всех новых лобзиках, которые я открывал, она вот этой гладкой стороной стоит сверху. Вот так. И вот таким образом ее сюда надеваем. Она будет ходить тоже вот так, вверх-вниз. Ее не будет вот так болтать за счет того штифтика. А вот если мы забудем поставить тот штифтик, ее будет вот так колбасить, и она раздолбает пол корпуса. Установили. И теперь сюда одеваем шестерню. Шестерню нужно одеть так, чтобы вот этот эксцентрик большой, вот этот вот круг, попал в верхнюю пластину, а маленький, который нижний, попал в отверстие вот этой прижимной пластины. То есть мы сначала просто вставляем, подвигаем, видите, упал ниже. Но ниже не падает, и мы не можем одеть стопорное кольцо. Поэтому нужно пошевелить направляющую, и шестерня упала ниже. Все, теперь мы можем спокойно надевать стопорную пластину. Также, естественно, необходимо с той стороны было все смазать. Берем стопорную пластиночку и фиксируем. Без съемника это сделать немножко сложновато. Все, с горем пополам надел. Теперь берем наш ротор в сборе с частью механической и вставляем это все в корпус. Приподнимаем статор, вставляем внутрь статора ротор и стараемся, смотрите, вот это дело опустить, чтобы вот эта пластиковая черная пылеотражающая пластинка попала. Сейчас покажу. Вытащу обратно. Чтобы она попала вот в этот пазик. Вставляем обратно. Еще раз. И вот здесь вот, видите, я направил, оно вроде попало. И укладываем, поправляем статор. Все, видите, попало. И все у нас улеглось. Видите, крутится. Но вот эта вот пластина у нас болтается. Поэтому необходимо взять вот этот направляющий штифтик и вставить ее вот на это место. Видите, здесь специальная в корпусе есть направляющая.
Поэтому берем его и аккуратненько туда приподнимаем. Грузило это вставляем сюда и пробуем пустить. Видите, вот чуть-чуть не попало, поправляем. Обязательно это нужно сделать. Все, мы попали на свое посадочное место, и теперь если мы будем вращать, все четко крутится, груз ходит вверх-вниз, ничего нигде не задевает. Все отлично. Ставим его в положение такое, чтобы вот этот штырь на шестерне был вот здесь сверху. Теперь берем ползун. На ползун надеваем направляющую ползуна, неважно какой стороной. Далее берем уплотнительную пластину и в нее вставляем полиуретановый уплотнитель. Аккуратненько можно отверточкой подправить, чтобы он сюда вошел. Либо разжать. Это как-то не очень получается. Все, вот так собрали. И тоже надеваем на ползун. Тоже какой стороной особо значения, я думаю, не имеет. Но на схеме показано, что вот именно так, где есть впадина вот эта, то вот этой стороной к ней. Далее берем зажим полотна, вот эту штучку, и прикручиваем к ползуну. Ставим его на вот свое место, он вот сюда вот вставляется, вверх ногами вставлять не надо, потому что вы сюда не вденете. Лезвие, то есть видите, вот это отверстие под лезвие ставим вниз, совмещаем отверстие и закручиваем с задней стороны на два болта. Часто эти болтики тоже бывают, приходят, спрашивают, покупают. Как эти, так и болт, который держит саму пилку. Берем ключик шестигранный и затягиваем. Сначала просто чуть-чуть притянули. А теперь с силой. Зафиксировали. Теперь берем подвижную направляющую ползуна. Одеваем сверху, смазываем все это дело, берем втулку скольжения, вот эту, надеваем на шестерню и устанавливаем ползун на место, вот таким образом. Вот так ставили, не забыли сюда резиночку вставить, и совмещаем вот эти все направляющие по своим местам. Здесь есть в корпусе вот это для вот этой пластинки, вот это для направляющей и круглая для верхней направляющей. То есть показываю, выставляем все на свои места, совмещаем, вот этот приподнимаем, вот эту направляющую, вот чтобы она туда попала, а эту чуть ниже, чтобы все попало на свое место. Вот видите, совместили все, все стоит на своем месте. Вот можно покрутить, и ползун ходит как положено.
Да, и ползун устанавливаем вот этими болтиками к лобзику, вот этой частью вперед. И для того, чтобы ползун был прижат и вот так не болтался, сюда нужно установить листовую пружину. Ее также смазываем и вставляем, получается, вот этой стороной вперед, вот так, вот в этот паз, вот в этот вот паз. Вот так, раз. И теперь ползун наш постоянно вот прижат в эту сторону. А сюда он, видите, вот я его отталкиваю, он сам за счет этой пружины прижимается на место. Теперь устанавливаем щеткодержатели и щетки. Берем любой щеткодержатель, вставляем вот на этот наконечник и поворачиваем. Теперь мы можем вставить сюда щетку. Щетку нужно поставить таким образом. Видите, здесь есть две такие тонкие пластины. Они должны как раз, одна из пластин, выходить из этого отверстия. За счет этого назад щетку будет невозможно вытащить, пока мы не нажмем на пластину, как я показывал при разборе. То есть нам нужно вот таким образом. Ну, в принципе, наоборот у вас и не получится. Вот видите, здесь только в одном положении. Ну, вверх, вверх или вниз, пофигу. Вот таким образом. Вставляем щетку. И туда нажимаем на нее, на саму щетку, до упора. Все. Пластинка вышла, и щетка назад уже не вытаскивается. И теперь устанавливаем щеткодержатель в свои пазы. Вот так, чтобы, получается, у нас кабель будет заходить сверху. Уперлись щеткой в ротор. Прижали. И установили на место. Вот так. Провода, которые здесь торчат, поправляем вот таким образом. Теперь берем второй щеткодержатель, он будет вот так установлен, а провод будет заходить вот сюда сверху. Вот так берем щетку, вставляем. Так, подождите. Все. Вот так просто мы вставили все на место. Далее устанавливаем вот этот защитный крюк. Поставили его сюда. Теперь берем направляющую ролика. Ставим вот на это место и сюда, вот здесь смазали, устанавливаем ролик. Теперь не забываем сюда установить гаечку, вот в это место. Ну и все, левая часть корпуса полностью собрана. Теперь берем правую часть, ставим на место штифты резиновые, колечко вот сюда, прижать его чем-нибудь, чтобы оно не выпало, и можно лобзик закрывать. Еще раз внимательно посмотрели, чтобы никакие провода нигде не мешали ничему, нигде ничего не выпирало. Все вот эти направляющие пружины стоят на месте, ролик на месте, гайка на месте. Здесь все крутится.
щетки и щеткодержатели на своих местах. Все, можно закрывать. Аккуратно совмещаем. Если у нас все нормально, то крышки захлопнутся и не будет никаких щелей. То есть у нас получилось в данный момент все четенько. И теперь можно закручивать. Напоминаю, здесь 10 винтов, 9 коротких вот таких и один длинный. Вот этот длинный закручивается именно вот в это место, ни в какое другое. Если вы в другое закрутите, он просто будет насквозь пробьет корпус и будет торчать с другой стороны. Только вот сюда. Остальные все винты 9 в оставшиеся отверстия. Закрутили. Теперь забыли мы сюда болтик для крепления пилки закрутить. Закручиваем. Собираем далее подошву. Закручиваем ее на 4 винта. Берем вот эту направляющую, фиксатор, вставляем туда болт. И закручиваем. Ставим на место. Все. Лобзик готовый. Давайте его включим и проверим. Установим для начала самую низкую скорость. Подключил его к розетке. Лобзик работает, и забыли еще одеть вот эту защиту. Ее можно просто легко защелкнуть. Все. Лобзик готов. Подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Скорее всего, этот лобзик будет там разыгран в ближайшее время. Всем пока! I want my Makita back.